перестройка здесь идет. Вот. Паспорт объекта. Что здесь будет? Интересно, к тому дому как-то можно подняться? Нужно разведать. Что здесь? Здесь мы не пройдем. С этой стороны к тому дому никак не подойти. Танцуют все. Наверное, какая-то танцевальная школа здесь находится. Тренажерный зал какой-то, видимо. Здесь на стене возле спорткомплекса «Олимпиец» такое интересное граффити. Всякие кафешки, ресторанчики.
там рыбки плавают. Что-то не видать. А, не, есть. И голубь сторожит. Рыбак. Вон они, что-то там рыбки скучковались. Ой. Литература. Индийский какой-то, походу, ресторанчик здесь. Ну вот, с уборкой снега, конечно, беда. Где-то его убирают, а где-то даже и не думают. Здесь вот через дорогу сгоревший ресторан Zoom. Динамо. Что тут? Волейбол, баскетбол, мини-футбол. Тренажерный зал здесь. И стрелковый клуб в этом здании. Здесь вот частный домик, жилой, нежилой. Там что? Подземный гараж.
лестницы. Что здесь за территория? Якорь установлен. Что здесь? А, вон тот голубой домик. Здесь территория открыта. Сейчас посмотрим, что здесь. Беседочка. Там какой-то камень памятный установлен. Ух ты! А там на фасаде мозаика. Тинро. Мозаика, наверное, еще сохранилась с советских времен. Так. Шевченко 5, переулок. Сейчас к тому дому подойдем, посмотрим, что там интересного. Шевченко 7. Вот этот дом. Вот. Ух ты! Ёлки-палки. Хорошо промазала. Ой. Так. И где здесь ходят? Так. Ну ладно, как пойти? Пойдем вот здесь. Вот так вот опасно возле домов сейчас ходить. С крыши может прилететь какая-нибудь льдина. Ой, сугробы тут. Так, там виднеется море. А там слева спортивная набережная. В ту сторону. Пойдем туда, спустимся, посмотрим, что там интересного. Вон там внизу спортивная набережная, вот это кирпичное здание, это спорткомплекс «Олимпиец».